В музей Гончарова приехала столичная экспозиция «Романтика революции. Агитационное советское прикладное искусство». Плакаты с розовощекими работницами, ленинградский фарфор, несолитарной кобальтовой сеткой, а с народными серпами и молотами. 140 экспонатов, пропитанные пропагандой социализма, уже доступны публике. Их привезла Елена Титова, директор Всероссийского музея прикладного искусства. Елена Викторовна рассказала, какие арт-объекты особенно ей дороги. Каменная малая пластика – это коллекция, которая целиком является уникальной, одной из самых интересных и любимых. Особое внимание посетителей привлекает салфетка из мерного кружева, тонкая работа, которую украшает филигранно вышитый трактор. Предметы быта той эпохи эстетичны, но и главное предназначение – вызывать желание трудиться во благо Родины. Редкие экспонаты собирали целые подразделения специалистов. Сначала сбором вещей, художественных промыслов и авторских вещей занимался научно-исследовательский институт художественной промышленности. Затем специалисты, сотрудники, научные сотрудники нашего музея стали дополнять созданные коллекции. На торжественное открытие пришла и молодежь, и состоявшиеся творческие деятели. Народному художнику Аркадию Ягудкину выставка понравилась. Мне лично хочется смотреть на все. На все. Вот. Подносы, вышивки, эти тарелки всякие, декоративные вещи, панно. Мне это очень интересно. И интересно с точки зрения вот пластики, выражения самого. «Вздувайте горны, куйте смело, пока железо горячо» – это лозунг с плаката, призывающего все делать вовремя и уверенно. В самом деле экспозиция получилась яркой и позитивной. Вдохновиться может любой желающий. Выставка работает до 15 декабря. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости УПРАВДА ТВ.